выступавшие министры иностранных дел отмечали, что в последние годы Самарканд стал очень удобной площадкой для проведения крупных международных форумов и выражали желание, чтобы эта традиция продолжилась, выражали готовность далее приезжать в Самарканд, поскольку эта площадка способствует результативному проведению, как было сказано, крупных международных мероприятий. Отмечались саммит ШОС в прошлом году в Самарканде, потом саммит тюркских государств, заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ. И я хочу сказать, что я, как генеральный секретарь СНГ, конечно, бы тоже приветствовал проведение здесь крупных международных форумов в рамках Содружества. Ну и в рамках других международных организаций. Почему? Потому что Содружество независимых государств сейчас активизирует свое взаимодействие и с другими международными организациями. Сегодня об этом говорилось, в частности, с Шанхайской организацией сотрудничества мы сейчас стали более тесно взаимодействовать. Есть контакты с организацией тюркских государств. Это взаимодействие крайне необходимо в условиях осложнившейся ситуации, скажем, на международной арене и тех санкций, которым подвергаются государства СНГ в настоящее время. Все выступавшие сегодня говорили, что нам нужно сейчас теснее взаимодействовать, активнее поддерживать друг друга на мировой арене, в международных организациях. Такое общее желание есть, и не только желание, это необходимо сегодня быть вместе. Говорилось много на встрече министров иностранных дел и о том, что нам необходимо активизировать гуманитарное сотрудничество. Ряд вопросов сегодня были посвящены укреплению гуманитарного сотрудничества, в частности, в культурной сфере, в спортивных делах. Ряд решений были как раз посвящены спортивной тематике, молодежной тематике. И я, как генеральный секретарь СНГ, с большой благодарностью и удовлетворением хочу сказать об активной роли Узбекистана в последние годы в нашем взаимодействии с соседями, с партнерами по Содружеству. Государство Содружества благодарят Республику Узбекистан, руководство Узбекистана за эту активную роль. И вот выражением этой благодарности и выражением растущего авторитета Узбекистана в рамках СНГ, на мой взгляд, является принятие сегодня двух решений важных о предоставлении статуса культурной столицы СНГ в 2024 году городу Самарканду и предоставлении статуса молодежной столицы СНГ в 2024 году городу Ташкенту. Так что мы с удовольствием будем приезжать и в Ташкент, и в Самарканд для встреч с нашими узбекскими друзьями и для укрепления нашего сотрудничества в рамках СНГ. Мы с удовлетворением также видим, и это отмечали все выступавшие сегодня на СМИДе, позитивные изменения в Узбекистане. С каждым приездом мы видим здесь новые города, новые аллеи, бульвары. И мы видим растущий рост авторитета Узбекистана на международной арене, и мы не можем не радоваться, конечно, этим успехам наших узбекских друзей. Поэтому я, как уроженец Узбекистана и как генеральный секретарь СНГ, хочу от всей души пожелать мира, стабильности и процветания узбекскому народу и государству Узбекистана.